8 сотрудников республиканского наркологического диспансера и волонтеры антинаркотического фронта «Алании» вернулись к работе в красной зоне клинической больницы скорой медицинской помощи. Об этом в интервью газете «Северная Сеть» рассказал главный врач наркологического диспансера Александр Газаев. Врачи работают в качестве санитаров, разносят посылки, передают сведения о состоянии больных родственников волонтеров, проводят санитарную обработку автомобилей и поверхностей, которые могут представлять опасность. За добровольный труд и неравнодушное отношение к больным благодарность волонтерам выразила администрация больницы и пациенты.